Турции сторонники правящей партии заявляют, что именно отсутствие благодарности среди турецкого населения обеспечило успех оппозиции на местных выборах. Оппозиционная Народно-республиканская партия одержала победу на муниципальном уровне 36 из 81 провинции Турции, в том числе во всех 5 крупнейших городских округах – в Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе и Адане. Представитель НРП и действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал в этом городе более половины голосов. Ama deliriyorum, kabul edemiyorum. Açıkçası bugün güzel bir güne uyandık. Ben ülkem için hayırlı olacağını düşünüyorum. Zaten hepimiz aynı topraklarda yaşıyoruz. Mutluluğumuz için, huzurumuz için eminim herkes elinden geleni yapacaktır. Главной причиной поражения правящей партии называют экономический кризис.